На улице минус 18, температура воды в ведрах стремится к нулю. Но это не пугает тех, кто уверен, что в здоровом теле здоровый дух. Порядка 100 смельчаков приняли участие в спортивно-патриотической акции «Быть здоровым – это модно». Позитивное настроение, экстрим, жажда жизни, быть здоровым, патриотичным, любить родину, маму, родных, близких, всех, ура! Мы давно уже купаемся, обливаемся, то есть ведем здоровый образ жизни. Ну, я бы его, знаете, как назвал, не здоровый образ жизни, а престижный образ жизни. Испытать возможности своего тела и показать чудеса закаливания решили люди разного возраста. Вот, например, Владимиру Орлову 64 года. Моржеванием он занимается в течение 2 лет, за которые ни разу не болел простудой. Дело все в том, что слово «простуда», как ни странно, оно исчезло. Я хочу сказать, ребята, я раньше осенью, весной, в общем-то, были простуды. Теперь этого нету, как ни странно. И потому что я уверился, что воспалением легких заболеть в воде невозможно. Ну, просто невозможно. Организм не для этого сделан. Анна Аркадьева моржует уже 5-й год. Пришла в этот спорт из интереса и нашла в нем для себя особое удовольствие. Какой-то прям особенный кайф испытываешь. Как-то, вот, знаете, вот, кто-то с тарзанки прыгает, кто-то с парашютом там совершает прыжок. А ты вот погружаешься в воду, и вот это вот ледяное вот это вот захватывает тебя. А потом ты выходишь на улицу. Вот. И тебя прям коликами, как иголками, тебя вот так обдает, ты стоишь, а потом еще раз заходишь, и тебя прям обжигает. Но это не передать, это надо пробовать. Участники акции уверены, что организм дальневосточников к обливанию холодной водой в мороз готов, даже если человек этого ни разу не делал. Но подходить к таким экспериментам в любом случае нужно с умом. У нас есть, у каждого человека, который здесь живет, в этой среде, есть адаптивность уже. То есть мы в любом случае, вот если вы приехали бы из тепла, условно, с Таиланда, и здесь в холоде облились, вот тогда, да, у вас бы организм очень сильно стрессанул. Но так как вы в этим воздухом дышите, в этой среде живете, то есть у вас буквально там 3 недели назад было минус 30, да, то есть ваш организм к этому готов. Но если у человека, допустим, есть какие-то там воспалительные процессы, или он болеет, или там у него есть какие-то противопоказания, ну там обливание может дать, ну, нехороший результат. В 12-й всероссийской акции «Быть здоровым – это модно» присоединились 20 регионов страны от Крыма до Сахалина. Хабаровчане участвуют в ней во второй раз. 12-й раз проводится этот марафон, и очень важно, что он проходит в такой в режиме онлайн-трансляции, где люди из разных городов, даже стран, могут увидеть друг друга. Только нюанс один. У нас здесь минус 18, а у некоторых там плюс 1, минус 5, а у кого-то еще более теплая температура. Поэтому хабаровчане сегодня покажут свой хабаровский дух. Виктория Зыкова, Степан Крокус, Эмиль Соломин. Смотри Хабаровск.